сколковские ученые изобрели контактные линзы, которые позволяют видеть людей без одежды. Правда, пока они работают нормально только в бане. Липтико. Разговаривает два наркомана. Один говорит: ты что это сегодня какой-то помятый, разбитый? А второй говорит: да, ехал на эскалаторе и задумался. И что? Да, три круга проехал. Издержки профессии. Матрёна Мартыновна, проработавшая 35 лет тояркой, по привычке, когда дома набирает чайник воды, манёт кран. Придумал новую диету. Перед тем, как сесть за стол, нужно отжаться от пола максимальное количество раз. Во-первых, больше сжать не захочешь. Во-вторых, трясутся руки и много ими не съешь. Подруги собрались в ресторане. Одна говорит: ой, девочки, как я комплексую по поводу своей внешности. Вторая говорит: ты чего? Бери пример с меня. Я вот вообще не комплексую по поводу твоей внешности. Сегодня утром начальник собрал у всех телефоны якобы для установки бизнес-приложения. Посмотрел, как мы его записываем. В общем, ни у кого премии не будет. Наверное, некоторые помнят, была такая передача «Доступное жилье». Потом куда-то пропало. Сейчас, наверное, можно сделать такую передачу «Доступные макароны» или «Доступный аспирин». Идея. Платить астрологу, чтобы он каждый день советовал твоей женщине избегать крупных покупок. Говорят, что муравей может перенести груз, который превышает его собственный вес, несколько раз. Фигня все это. Я вот могу перенести груз, который превышает мой вес 30 раз. Правда, за несколько раз и сильно матерясь. Подписываемся, кликаем на колокольчик.